9 марта, проверка датчиков давления. 5.2940J7000. Это у нас Kia Ceed последнего поколения, Ceed SV и прочее. Так, выбираем, значит, Kia Ceed. Это 18-21 год. Так, на каждом датчике у нас имеется вот свой ID номер. Вот этот в данном случае на А45 заканчивается. Так, вот он почти моментально у нас отозвался. Так, значит, следующий датчик у нас А4А. Окончание ID номера. Так, есть. Это у нас 957 ID номер. Так, ставить их можно абсолютно в любой последовательности. То есть я вот их беру так, как мне удобно. То есть это не обязательно вот левый, правый, передний, задний. Так, и четвертый 9B4. Все четыре датчика отозвались. Так, вот их ID номера, соответственно, вот они должны совпадать с номерами на корпусе. При получении можете проверить с батареей, у всех все ок. Если она на подходе, то здесь загорается красный, ну, красными буквами надпись слово. Если батарейка, соответственно, совсем дохлая, то датчик не работает совсем.